Попробуйте этот замечательный десерт, торт-пломбир, must-have среди летних тортиков. Для приготовления вам понадобится мука, сахар, щепотка соли, разрыхлитель, ванилин, молоко, сливочное масло, свежие ягоды и сливки. Начните с перемешивания сухих ингредиентов, добавьте мягкое масло и молоко, затем выпекайте при 180 градусах 45 минут. Пропитайте корж молоком, охладите, добавьте ягодную пропитку и взбитые сливки, украсьте свежими ягодами. Полную информацию смотрите в описании видео.